П'ятницю, 23 травня, до нашого міста прибули спортивні делегації атомщиків України. Докладніше – Олександр Нежура. Приїхали спортивні делегації по 6 видам спорту – з Запорізької атомної станції, Хмельницької, Южноукраїнської, Ровенської. І в останньому заключительному турі пройдуть соревнування по 6 видам спорту, які, в общем-то, вже і завершаються. Соревнования идут по таким видам спорта, как волейбол среди мужских команд. Ну, предварительные результаты нас радуют, что команда будет призером в этих соревнованиях. Прошли соревнования по гирьевому спорту, где команда заняла второе место призовое. Прошли соревнования по настольному теннису, также заняла команда второе призовое место. Идут соревнования еще по шашкам, шахматам. И вот только что закончились соревнования по легкой атлетике, где также порадовали наши женщины. Первые места заняли мужчины, второе и шестое, но пока итоги не подведены. И вообще-то всю информацию об этой спартакиаде мы, естественно, проинформировали желтоводством с названием имен победителей, призеров, чуть попозже. А сегодня я хочу проинформировать вас о тех мероприятиях, которые уже прошли на нашей спортивной базе. И так, как я уже говорил, что 18 и 19 мая на нашей спортивной базе прошли областные соревнования «Казацкий гард». Ну, спортивную честь нашего города защищала команда средней школы номер 8. Нужно сказать, что хорошо поработали физкультурные организаторы, педагоги и 8-й школы, и остальных, отдел детской спортивной школы, и удачно выступили наши учащиеся 8-й школы, заняв первое место на областных соревнованиях и будут представлять теперь, естественно, на республиканских соревнованиях. Наш город будет область представлять на этих соревнованиях. Это, конечно, приятно, почетно для нашего небольшого города. И тоже все время хочу поблагодарить весь физкультурный актив, педагогический коллектив, который принимал участие в подготовке этой команды. Также прошла спартакиада детских дошкольных учреждений. Или, проще говоря, как мы уже привыкли говорить, среди детских садиков. Достаточно, можно сказать, конечно, кратко информировать, что приняло участие 108 детей, наших внуков, детей, которые ходят в детские садики. Места определились соответствующие, о которых я сейчас проинформирую вас. Но я все-таки хочу немножко поговорить на эту тему. Все-таки я считаю, и не только я считаю, что здоровье нашей нации прежде всего зависит от этих детей, которые еще ходят в садики, в школы первые, 4 класса. Именно здесь зарождается здоровье наших граждан. И, естественно, в свое время была разработана программа дошкольных, по физическому воспитанию дошкольных учреждений, которая включала в себя игровые моменты, соревновательные моменты. Каждые выходные дни детские садики приходили сюда в спортивно-оздоровительный комплекс и в зале проводили соревнования. Приходили родители, приходили педагоги, воспитатели. Это было действительно спортивный праздник для наших детей, внуков вместе с нами. Именно сюда, здесь зарождалась души маленькие, прививалась любовь к физической культуре, к здоровому образу жизни. Но, к сожалению, почему-то мы уходим от главного, от здоровья нашей нации. И сегодня эти соревнования проходят по инициативе Вовченко Тамилы Григорьевны, ну, еще ряда физкультурных организаторов, но не имеет разовый характер. Раз в году собрались детские садики, посоревновались и до следующего года. Но вы сами понимаете, что один раз в году посоревноваться – это не показатель. И это особо не привьет любовь к спорту. А вот если бы эту программу возродить, и я считаю, что сейчас
Любой бізнесмен змог би оказати допомогу там награждення тих дітей. Приміру, той же Затинацький би прекрасно зготовив торти для дітей, дав би, я уверен в этом. От в этом плані нашому депутатському корпусу, совместно з мерією города, необхідно подумати і обов'язково внести в програму розвитку фізичної культури і спорту серед дітей нашого города вот эту програму, как отче наш, как говорится. На итоги соревнований среди детских садиков таковы. На первом месте детский садик номер 33, на втором детский садик номер 4, на третьем месте 35 садик, на четвертом 30, на пятом 34, на шестом месте 29 детский садик, на седьмом месте 15 и на восьмом месте 21. Что хотелось бы еще сказать, заканчивая информацию по детским садикам. Вот, пример, 15-й садик, это санаторный садик. И многие, как всегда, говорят, да, это больные дети, это и так далее. А вот смотрите, они, соревнуясь, все-таки обошли, пусть один садик, но обошли. То есть, не безнадежно ведь. И если бы я еще раз повторяю, мы все вместе с вами возродили, вернее, вернули ту программу, мы бы столько принесли пользы для наших детей, для наших внуков и в целом для здоровья нации, для нашего города, которые вырастут и заменят нас с вами. Ну и в заключение я хочу вас проинформировать, что будет в ближайшие дни. Итак, как я уже информировал, 1 июня, День защиты детей, это суббота, традиционно, на протяжении 30 с лишним лет мы проводим всеукраинский легкоатлетический пробег. Приезжают команды более чем с 20 городов Украины, более 200 участников выходит. Поэтому я приглашаю всех желтоводцев, кто хочет опробовать свои силы в физическом своем содержании, состоянии. Приходите, пожалуйста, в пятницу 31-го, начиная с 5 часов и до 9 часов, будет регистрировать всех участников. И с утра еще будут регистрировать, но желательно в пятницу. Поэтому примите участие в этом легкоатлетическом пробеге, который пройдет по улицам города нашего. И, естественно, вы сами посмотрите, на что вы на сегодняшний день готовы. И тем самым покажите пример для своих детей и внуков. Или привлеките вместе с собой своих детей и внуков к этому пробегу. Ведь важен в этом мероприятии не результат сам, а важно само участие. Само участие, показать, что мы все приверженцы здорового образа жизни. Поэтому я еще раз приглашаю 1-го. Июня, это суббота, в 10 часов будет дан старт традиционному всеукраинскому легкоатлетическому пробегу. Ну а руководителям, профсоюзным лидерам и физкультурным организаторам ГМЗ РМЗ я хочу пожелать, чтобы они начали уже организацию по подготовке и организации своих команд для участия в первом туре спартакиаде Восточно-Горного обогатительного комбината. Этот первый тур, как я уже информировал, состоится на базе Ингульской шахты, куда мы выйдем по таким видам спорта, как волейбол, шашки и дартс.
Уважаемые желтоводцы, пока мы информировали вас о наших спортивных мероприятиях, главные судейские коллеги принесли нам окончательные протоколы итоговых соревнований спартакиады «Атомпрофсоюза» по видам спорта. Позвольте мне назвать имена наших победителей, призеров, озвучить вам их. Значит, в соревнованиях по легкой атлетике команда Восточной организации объединенных профсоюзов заняла первое место. Значит, победителем чемпионкой спартакиады стала среди женщин Ирина Гладкая. Второе место заняла Анна Пешкова. Среди мужчин второе место занял Иван Левинский и четвертое место Игорь Мирошниченко. Таким образом, по сумме мужских и женских выступлений команда Восточно-горного обогатительного комбината Восточной организации объединенных профсоюзов заняла в этом виде первое место, с чем мы ее и поздравляем. Не подвели нас и команда шашистов, которых защищали честь спортивную наших атомщиков Валерий Антонов, Станислав Антоненко, работник ГМЗ, и пенсионер Возгока Валентина Бабенко. Они также успешно прошли все туры и заняли в командном результате первое место, с чем мы и поздравляем наших ребят. В соревнованиях по гиревому спорту здесь команда немножко выступила менее удачно, чем могла бы выступить. Мы претендовали на первое место, но, к сожалению, заняли второе место. Особенно хочется отметить выступление Андрея Прозоровского и нашего ветерана Владимира Курдюма, которые стали чемпионами. Ну, а успешно выступили также Василий Шостак, Геннадий Бганко, Сергей Тищенко и Сергей Марченко. Они заняли в командном зачете второе место, с чем мы их и поздравляем. Второе место заняла команда по волейболу в составе Артем Косенков, Антон Сабодаш, Яков Скоробогатько, Андрей Гореликов, Александр Турло, Андрей Гадун, Александр Боличевский, Александр Тихончук, Ярослав Герасимчук и Антон Крещук. Но готовил команду тренер наш Сологуб Александр Васильевич. Несколько слов хочется сказать о команде. Конечно, бросается в глаза нехватка неигровой практики у нашей команды. Сами понимаете, финансовые средства не позволяют нам выезжать так часто, как выезжают другие команды, с которыми соревнуемся. Ну, достаточно сказать, что чемпионом стала команда Хмельницкой атомной станции, но она играет каждую неделю на первенство области, участвует в турнирах, а наши за год два раза выйдут Днепродзержинск или Кривой Рог. И на этом вся подготовка фактически заканчивается. Естественно, при такой игровой практике рассчитывать на более высокие результаты не приходится. Но я должен и так сказать, преклоняю голову перед нашей командой волейболистов, капитан команды Артем Косенков, которая и так сделала все невероятно, с чем мы, естественно, и гордимся, и поздравляем наших ребят. И в соревнованиях по настольному теннису выступили, второе место заняли также команды, хотя могли быть и первыми. Немножко меньше ожидаемого результата выступил Геннадий Горшков, который мог бы улучшить состояние команды и свое. Но тем не менее состав Наталья Каюрова, Виктор Мащенко и Геннадий Горшков позволили нашей команде занять второе место. И второе место заняли также наши шахматисты, во главе с Александром Березкой. Ну вот, таковы результаты. Значит, после первого тура, который проходил в Запорожье, город Энергодар, мы уступили первое место, были на втором месте, разрыв был 4 очка. Но вот это выступление успешно наших команд позволило нам в общекомандном зачете теперь занять первое место, то есть мы стали победителями спартакиады 2013 года. С чем хочу и поздравить руководство Восточно-Объединенной Организации Профсоюза во главе с Филипповым и Карповым,
поздравить также дирекцию комбината, что физкультурный актив не подвел, и несмотря на то, на сложные финансовые, экономические проблемы, которые мы ощущаем ежедневно, все-таки наши спортсмены, наш физкультурный актив успешно сработал и занял первое место, с чем мы всех и поздравляем.